Прошедшей ночью на Орломаше, то есть на северах Екатеринбурга, был замечен северный олень, который на своей белоснежной кия катал на капоте живого человека по проспекту космонавтов. Живой человек при этом помахивал рукой машине с видеорегистратором и казалось, будь то бы над ним, а-а, и казалось, что это коллега оленя по безумным развлечениям. Но вышло, что он жертва практически покушения на убийство, сопряженного с составлением места ДТП. А кричал он, оказывается... Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. На капоте мчался второй его участник. Тоже водитель и тоже белой машины, который никогда не обижается, если его машину называют пылесосом. Примерно в половине первого, первого ноября столкновение легковушки с дорожным пылесосом, купленным, судя по мячику, по случаю уборки перед чемпионатом мира по футболу, случилось на пересечении космонавтов совхозной где сбитая с пути коммунальная машина и осталась стоять, она, кстати, оказалась почти что корейской родственницей легковушки, потому что принадлежит Дэу. Правда, не Южной Кореи, а только одного Орженькидзевского района. Киа поначалу тоже стояла, а вот дальше, по предположению одного из экспертов, машинист уборочного комбайна, через пассажирское окно заметил, что Киа вот сидит за рулем бухим и стал обходить легковушку спереди с намерением выдернуть ключи из замка зажигания. Но тут супостат дал газу и как раз поддел его на капот, ну и стал покидать место происшествия, увозя коммунальщика в свою страну оленью. По другой версии, после словесной перепалки между водителями, один из них сам бросился на капот Ке. видимо он же сам и дал газу и рулил, пока не устал от такой раздвоенности через несколько метров и перекрестков. Инцидент официально оформлен ГИБДД, пострадавших нет, виновный олень получит по рогам.